смотреть на океан. К нам приехал гражданин Евросоюза Марко. Уберите фотографа. И он очень смелый. Он решился зайти в море аж по щиколотку. Это первый дубль. Тут очень громко. Я сейчас повторю эту информацию. Она очень важная. Уберите фотографа. Ну что, мы идем к океану. Гражданин Евросоюза Марко. Первый раз присутствует на берегу Тихого океана. Для него волнующий момент, но он достаточно смелый человек, чтобы зайти по щиколотку. Сначала он хотел зайти по колено. По колено. Но теперь, после того, как я ему рассказал о опасностях течений, он решился только на щиколотку. Все равно это достаточно смелое решение с его стороны. Мы сейчас станем свидетелями этого героического поступка. Так, здесь матом не ругаю, здесь матом разговариваю. Вот этот гражданин приехал вчера. А что, красиво, да? Да, туда я летал. Нет, гора там. Вот я к горе летал. До горы летал, поднялся. Она где-то 100 метров. На дроне. На дроне, да, она где-то 100 метров. Я же говорю, плавал, но это же... Вон, я купаюсь в одни ворота, посмотри. Ну, я туда плавал, я же говорю, я заплывал далеко. Это же не уносит, а че, ну, этих, почему этих не уносит, блядь? Меня выбрасывало назад. Только троллей выносит, что ли, блядь? Да, меня выбрасывало назад. Ну вот берег Тихого океана, сейчас мы станем свидетелями героического поступка гражданина Евросоюза Финляндии, который решил зайти, к сожалению, не по колено уже, а только по щиколотку. Но все равно я считаю, что это достаточно смело с его стороны. Пошел мыть сапоги. Да, пошел мыть сапоги в Тихом океане. Вот. Щиколотка уже намочена. Щиколотка намочена. До колен не достало, но все равно это достаточно героический поступок, как я считаю, учитывая течение, которое здесь существует. Ой, сбивает с ног и хочет утащить нас. Почти намочило наши сандалии. Почти. А в небе дельтаплан. В небе дельтаплан. А в море Марк. Гражданин Евросоюза страны Финляндии. Марк, скажите что-нибудь нашим подписчикам. Берите фотографа. Это бар внутри отеля. Ничего особенного. Машины кофе. Машины у них даже нету. Они заказывают в другом месте. Вот.